20 января 2019 год, Харьков. Пойду я в сторону, чтобы колебания не создавать. Да, облачно, к сожалению. Полнолуние будет в 5:15 по Киеву, то есть через несколько часов. Полнолуние, суперлуние. Луна находится в перигее, то бишь на ближайшем расстоянии от Земли, что увеличивает ее угловые размеры на 12, по-моему, процентов. И кроме того, завтра полное лунное затмение, часть из которого можно будет даже здесь, в Харькове, увидеть, если погодка позволит. Начиная с 4:30 утра завтрашнего дня. Смотрите, небо, если чистое, увидите затмение Луны. Частично хотя бы. Да, ну облачка уже. Лады. Будем надеяться, хоть что-то из затмения мы поймаем. 21 января 2019 год, Харьков. 15:46 по Киеву.